Здравствуйте, мои хорошие. Я похожа что-то на дурочку. Какая-то слишком белая получилась. Это новый тональный от L'Oréal. В общем, приехала моя мамочка. Ура! Целая история была. Я позвонила в службу такси, так как таксист, который вез маму из деревни, он не мог заехать в Баку. У него то ли разрешения нету, карантин и все дела. Поэтому нужно было отсюда заказать такси до дома. И тут была самая интересная история. В общем, заказываю я такси и говорю, что я заказываю его не для себя. Я заказываю для мамы и продиктовала маме номер. Она сказала, что окей, проблем нету. Вот, позвонит именно моей мамочке. Проходит немножко времени, буквально 10 минут, звонит мне таксист и говорит, что где вы находитесь? Я говорю, не я нахожусь, находится моя мама, нужно ее забрать. И он такой говорит, в смысле? Мне не сказали об этом ничего. Я говорю, ну тогда нет проблем, я вам сейчас закину ее номер. Я закидываю смс-кой номер моей мамы. Он говорит, а я не разбираюсь в телефонах, я пожилой мужчина. Я не знаю, как посмотреть в смс-ках номер мамы. Я говорю, окей, успокойтесь, сейчас все организуем, я сейчас маме скину. Скидываю маме номер, значит, таксиста, и мама говорит, а как это посмотреть? А я не разбираюсь, я не умею этим сенсорным телефоном, я только в ютубчик могу заходить и лайкать комментарии, отвечать. А как номер увидеть, тот, который я тебе отправила смс-кой, не по ватсапу, я не умею. И что делать, как, чтобы они нашли друг друга, блин, целая головоломка. Я говорю, мама, ты заходишь туда-то, сюда-то, мама, я говорю, у тебя есть просто листок и куда-то записать. Она говорит, у меня нету листка, ни бумаги, ни ручки, все дела. Я говорю, у тебя есть какая-то палка, напиши, не знаю, на песке. Она говорит, тут нету песка, тут кафель, все цивильные, все дела. Господи, я думаю, что теперь делать? Ни он не может посмотреть номер, ни она. Я звоню обратно таксисту, я говорю, может, у вас рядом есть ручка и бумажка, я вам продиктую номер моей мамы. Он такой говорит, нет, у меня нету рядом ничего. И потом, хорошо, что моя мама додумалась спросить у прохожей девушки, спасибо огромное этой девушке, которая на 20 января помогла моей мамочке решить эту проблему. Она просто зашла в смс, позвонила по этому номеру, дала моей маме и сказала, не благодари. Мама туда все привезла нам в гостинице, деревенские яйца. Не обращайте внимания на это яйцо, это потому что оно деревенское. Пару яиц разбилось по дороге, поэтому сейчас будем из этого мутить яичницу. А тут у нас мама привезла. И на тварушки. Я не знаю, как по-русски это называется. Как по-русски бабушка это? Бабушка тоже не знает. В общем, это... Мам! Чумал. Чумал по-русски как? Это кизиль. Кизиль, во! Ага. Кизиль называется. Это из нашего огорода. Мамочка привезла. Будем делать вкусное варенье. Оно, кстати, очень полезное. Особенно, когда вы болеете. Репортаж. Показывай все, что ты купила. Бог мой, гляньте, что она привезла нам. Сыр. Я обожаю деревенский сыр. Он просто не сравнится с тем, что мы покупаем. Во-первых, это полезно, потому что это домашнее, без химии, все дела. Тут еще... Гляньте, я уже попробовала, выпила чай и сделала себе бутерброд с этим сыром. Просто бомба. Вы смотрите, здесь даже присутствует такой желтый оттенок. Вот бабушка уже хомячит. Вкусно, бабушка? Да. Очень вкусно. Еще мама привезла нам грецкие орехи. Хотя это такой дорогой, можно сказать, продукт, я его не очень люблю, потому что всегда у нас во дворе были и грецкие орехи, и обычные орехи, поэтому особой любви не было. Посмотрите, здесь муравей. Сразу видно, что пакет из деревни. Куда ты, дорогой? Куда ты? Ты не знаешь, куда ты попал в город. В общем, будем кушать. Хотите, сниму мукбанг с грецкими орехами и с другими. Вообще какой-то микс можно забабахать. А еще вот здесь обычные вот такие вот орехи. Это из нашего огорода. У нас
такие вот они растут, за ними легко ухаживать, легко собирать. Один из этих пакетов — это для Фати, гостинцы, так скажем. Я знаю, что она тоже любит похомячить орешки. Вот. Кстати, вот Альпенгольд мы кушаем. Там, кстати, вот внутри вот такие вот орехи, которые мы потом сдаем в заводы, а заводы продают за границей. Это все отсюда, родина всего этого, Азербайджан. В общем, и здесь есть грецкие. Грецких мало, это в основном для бабушки. Вот. Извините, я немножко выбилась из колеи, можно сказать. 3 часа где-то я не снимала, потому что мы обсуждали с мамой там кое-какие моменты, давно не виделись, какие-то покупочки я ей показывала, хотя у меня мама просто обожает мои влоги, и все эти вещи на видео вроде бы она видела, просто интересно увидеть вживую. Вещи, которые я купила на шопинг-влоге, которые я вам снимала, да и вообще некоторые покупочки, которые я вам, например, не снимала, тоже показала ей, просто сидели, болтали, пили чай, все дела. Бабушка, конечно же, с нами, снимала для вас ТикТок вот в таком вот образе. Как вам? По-моему, красота, просто лепота. Мамочка тут будет делать сейчас компоты, я ей тоже буду помогать. Вот и наконец-то будет у нас домашняя еда. Мама приготовит курочку по-азиатски. Я очень люблю этот рецепт. Мам, мы будем снимать или нет? Нет, у нас есть на канале. А у нас есть. У нас крылышки, да, только, по-моему? У нас всего на канале крылышки, но по такому же рецепту мы будем готовить это. Ну, то есть немножко сладкая будет, да, курочка? Кисло-сладкая, да. Да, я один раз пробовала крылышки, это было просто нечто. Я люблю сочетание, вот всегда говорю вам, люблю сочетание сладкого и соленого. Для меня это бомба, просто для меня это находка. Поэтому будет у нас с вами такой изысканный ужин с бокалом вина. В такой, знаете, офигенной обстановке, да, мам? Мама обещала готовить много домашней еды, потому что она читает ваши комментарии, что вы хотите разнообразия. Поэтому мама мне говорит сегодня, что я организую это разнообразие. Ну что, посмотрим? Смотрите, что делает у меня бабушка. Организовала здесь, берет таблетки и делит их пополам. Потому что одна целая для нее очень много. Да, бабушка? Вот бабушка придумала такой механизм. И вот так вот кладет сюда таблетки. Давай, бабушка, покажи, как ты делаешь мастер-класс. А тут? Молодец. И вот сюда. Видите, как аккуратно. Общими силами мы здесь с мамочкой будем готовить компот из кизиля. Я оставлю вам в инфобоксе ссылочку на рецепт. Мы уже снимали один раз, поэтому второй раз уже снимать не будем. Помыли, значит, банки. Банки, или как сказать это? Ну, бутылки такие, в общем, помыли. Должно быть, вот идеально хватить. В конце вам покажу, что у нас получится. Нет, больше будет. Мы сейчас помоем еще. Профессионал говорит, будет больше. Слушайте ее, а не меня. Там много кизиля. Ну, вообще, компот получается очень вкусный. Такой с кислинкой. Мне очень нравится, например. Я не люблю прям слишком сладкие какие-то компоты. А вот это вот... ягоды очень полезные. Да, от простуды, да, по-моему? Да. А когда мы болеем, всегда варенье. Видите, как хорошо, когда мамочка приезжает с едой, с запасами. Даже вот не показала вам здесь много чего. Молоко. Правда, молоко деревенское я вообще не люблю, если честно. Это для бабушки. Да, это для бабушки. Сыр тоже по большей части для бабушки, потому что я так килограммами не ем. А ты любишь, мам, деревенское молоко? Да. Что-то я никогда не видела, что ты пила молоко за всю жизнь. Я молоко не пью, но готова, знаешь, мацони делаю. Мне почему-то вот магазинное, знаешь, почему нравится? Да. Потому что магазинное, оно не пахнет коровой. Оно как будто такое без запаха, как да будто бы... Это тоже коровой не пахнет. Не пахнет это. Это пахнет натуральностью. Ну, возможно, это натуральность. А консервантами. Мы уже настолько привыкли к консервантам. Погода просто бомба. Не холодно, не жарко. Такой ветерочек легкий. Хочется прямо на балконе, да, мам? А, давай покажи. Да-да. Смотрите, что у нас есть. Это несколько лет тому назад этот самогон делала бабушка.
У меня бабушка не простая женщина, а золотая, ой, господи. Она раньше, ребята, готовила самогон собственного производства и готовила из тута. Это прям... Это шелковица. Как называется, шелковица? Да, шелковица. Очень хороший самогон получается. Мама уже загорела. Ты прям как этот афроамериканец там на заднем фоне. Да, меня не показывает лучше. В общем, молодец, бабушка, реально. Ну, стоит очень долго, я сейчас выливаю. Мама уже будет выливать его, потому что давно уже у нас, и мы как бы не пьем. Кстати, его очень дорого покупали у нас, да и вообще папа, когда приезжал, иногда мог. Короче, вы просто так недооцениваете мою бабушку. Бабушка в свои где-то 75-80 лет готовила самогон. И даже я, кстати, помню, ей помогала. Жалко, в те времена у меня не было канала. Я бы вам засняла, какой там механизм. Там реально очень интересно. Берется такая бочка, внутри бочки такая спираль. Через эту спираль пропускается вот эта жижа. Ставится там бутылка. И вот по капельке белый самогон туда капает. И в результате получается водка. А у нас, значит, опять с бабушкой физкультура. Мы спускаемся вниз по лестнице. Да, бабушка? Да, да. Очень хорошо, внучка. Спасибо. Мы делаем физкультуру, стараемся каждый день, но иногда не получается. Сегодня есть время, как раз спустимся сейчас. 8 этажей, да, как всегда мы спускаемся. 8. Поднялись мы, значит, на 17 этаж и спускаемся, сколько бабушка сможет. Я тоже сопровождаю вот таким вот образом. Обязательно, как идем домой, сразу моем руки, потому что коронавирус, потому что страх и все дела. Наш сосед молодец, смотрите, какой турник. Бабушка говорит, один раз я ударилась вот об эту штуку. Спортсмен сосед у нас прям, вау. А так вот, господа, поет ресторан под нашим домом. Такое ощущение, что он поет прям в квартире. Вот просто давайте попробуем закрыть. Мы вовсю стерилизуем бутылки. Здесь у нас вода кипит. Я услышала резкий грохот, оказывается, вот. Одна из бутылок упала и сломалась. Просто конструкция не очень такая. Репортаж, мам, сразу. Ладно, ладно. Это к счастью, мам, я контент делаю. Окупится. Я целый час лазила в настройках камеры и оказалось, что можно добавить яркость. Прикиньте, есть таймер. Вообще, я лазила именно для того, чтобы сразу кидать фотографии и видео, например, на компьютер и на телефон, без USB, без флешек и все дела, потому что здесь есть Wi-Fi и есть Bluetooth. Но я так и не догнала, как это делается. В общем, решила, да ну нафиг. Итак, по-дедовски, да. Вот, поэтому пока что пользуюсь этим способом. Я просто вытаскиваю флешку, засовываю ее в компьютер и перекидываю. Но по идее, если в камере есть такие функции, почему бы не пользоваться? Я посмотрела в интернете, и видеоуроков именно на эту камеру, к сожалению, нету. Есть обзоры на английском языке, есть на японском языке очень подробные обзоры. А вот чисто на русском, азербайджанском, турецком, лезгинском нету, к сожалению. Так вот, столько компотиков у нас получилось, но это всего лишь часть. Завтра будем доделывать еще. То есть через сутки уже можно пить, правильно? Ну, можно. Я не смогу терпеть месяц.